Приветствую всех, друзья, меня зовут Игроматор, и мы сегодня с вами продолжим играть в The Walking Zombie 2. Как видите, игрушка у нас обновилась, теперь у нас по-другому стала выглядеть база. Возможно, тут тоже что-то можно будет потом юзать, но я, если честно, не знаю, потому что вот вместе с вами впервые запускаю игру после обновления. То, что добавилось в игре, я не знаю, но если вам интересно, я в следующих видосах после каких-то обновлений буду зачитывать, что же там нового добавилось. Итак, мы с вами в прошлый раз не выполнили несколько квестов, прокачали нашего немножко чувачка. Я не могу понять, откуда у нас музыка идет, по-моему, сверху. Можно туда залезть, я не знаю. Так это что у нас такое? Использовать взаимодействие. А, ну да, точно, смотрите, я залез наверх. Какашки валяются, ну как обычно. Так, и как мне туда залезть? Я могу сейчас залезть? Точно, смотрите, я в домике. Меня теперь никто не найдет. Надо какашки отсюда убрать. Кто-то насрал тут. Ладно. Так, мячик, а можно юзать мячик? Наверное, нельзя юзать мячик. Так, что у нас там с инвентарем? Так, опять у нас реклама, мы которую будем каждый раз ее на каждом видосе отключать. Что нам дали, ничего нам не дали. Нам, кстати, надо прокачать умение читать книги, потому что у меня много книг всяких. Надо это все прочитать. И, конечно же, надо продать лишнее барахло, которое нам не нужно. Так, у нас дробаш тут. Что-нибудь появилось новое? Из оружия ничего нового не появилось. Давайте продаем ненужное барахло. Так, это что у нас такое? Паёк, да? Всего за очков здоровья 60, лечение секунды 1. Понятно, но это все пайки, вот это, я так понимаю, можно потом лечиться с помощью этих пайков. Так, хорошо. А у нас там какие-то еще ботинки. Вот ботинки у нас типа броня, да, два броня. Давайте надеть. Надеваем, у нас штаны уже есть, ботинки. Правда, на грудь у нас пока ничего нету. Так, гранаты. Одна граната немецкая, одна американская. Или как она там правильно называется? F1, да, наверное, вообще русская граната, F-ка. Так. Что можно тут еще купить? Это у нас броня 4, броня 8. Ну, кстати, можно купить 1600, а мне не хватает. Мне 500... 600 баксов не хватает, да, чтобы купить? Ну, ладно. Надо повыполнять какие-то квесты сегодня, да? Что-нибудь, куда-нибудь съездить, что-нибудь повыполнять. Давайте, как обычно, начнем со старшего. Что нам скажет? Найди в сундуке эту желтую штуковину и принеси мне. Сокровище старого дома. Принято. А, это мы, по-моему, будем с вами отмычки использовать, да? Там, видимо, какая-то будет мини-игра с отмычками, я что-то такое припоминаю. Окей, поехали. 7 литров бензина у нас используется, да? Кстати, бензин у нас вообще не пополняется. Я не знаю, как он тут пополняется в этой игре. Возможно, тут придется ждать. Так, у нас автомат. Так, для начала немного расчистите пространство перед домом. Откройте сундук отмычкой, возьмите вещи из сундука и принесите обратно. Понятно. Давайте загасим мертвяков. Так, кстати, игра обновилась и появились ачивки. Вот у меня, не знаю, видно вам не будет на видосе. Наверное, не видно будет. Появились ачивки. Так, почему у меня перезарядки нет? Так. Сейчас мы всех загасим здесь. Или меня загашут, или я загашу всех, я не знаю. Так, цветочки пока постреляем. Автомат побережем на толпу зомби, когда их куча будет. Тут они, в принципе, в один ряд стали, чтобы я их специально мог загасить. Так, у меня перезарядка, я не успеваю. Так. Окей. Зачистили мы территорию от зомби. Идем дальше. Так, еще один зомбак. Еще куча зомбаков вылазит из дома. Всех гасим. Всех гасим, гасим. Гранаты пока не хочу в них кидать. Мы их пока так загасим. Пока патронов у меня навалом. Я пока не испытываю проблем с патронами. Так что можно использовать оружие по назначению, так? Окей. Давай, сдохни, тварь. Идем дальше. Так, наверх мне надо, по-моему, да? На второй этаж. Давайте автомат возьмем. А, сейф скрывать. Кстати, про этот сейф я и говорил вам в прошлых сериях.
можно ли вскрывать или нет. Это, оказывается, можно. И как вскрывать тут? А, наверное, надо на что-то нажимать, да? Что типа... А, вот так вот. Вот так вот мышка это все открывается, понятно. Ну, в принципе, ничего сложного. Итак, что тут у нас есть? Что это здесь? Какая-то ключ-карта. У нас неприятности, на нас движется целая орава зомби. Я пойду вперед. Как обычно, убежала мне одному тут отстреливаться от толпы, да? Ну, сейчас гранаты, наверное, на вход и понадобится пустить. Надо быстрее выходить на улицу, чтобы нас тут не зажали в доме. Вон, смотрите, куча. Давайте... А где там моя гранатка? Вот она. Вот так вот. Одной гранатой кучу зомби. Для этого гранаты и нужны. Надо еще гранат купить. Так, что мне надо сделать? Бегите обратно к машине, да? Можно их не гасить, я так понимаю, да? Ну, побежим. А что, он уехал, что ли? А он меня кинул. Ха, прикольно. Меня тут кинули. Не ожидал я такого варианта событий. Fuck. 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 И что мне делать? Что надо было делать? Надо было, что-то делать? Меня сожрали, что ли? 10 дней спустя. Бля, реально, меня сожрали, наверное. Курица сейчас меня разбудит. Так, поднимаемся. Я живой. А, я живой, он спрашивает, да? Я неправильно прочитал. Strange. Странно. Надо вернуться домой и поговорить с Фрэнком. Надо вернуться домой. Фрэнк, что тут произошло? Я хотел подождать, пока он не доберется до машины, но ему не повезло. Зомби забрались за него быстрее, так что мне пришлось уйти. Добрались. Разве можно такое пережить? Прошло уже 10 дней, он давно должен был обратиться. Смотри, у него следы укусов. Но его раны почти зажили. Я все объясню, но сначала пусть он отдохнет. Так, видимо, у меня какой-то есть иммунитет, да, на зомби. Ну, видимо, у главного героя. Поэтому я еще не обратился в зомби, я все еще хожу. Так, и что мне делать? Мне надо подойти к кому-нибудь. Давайте подойдем к Фрэнку. Где Фрэнк? Он меня кинул. Надо у него спросить, почему он меня кинул. А где он вообще? Я его не вижу. А он Фрэнк. А я с ним базарить не могу, да? Ну, окей. Давайте со старшим поговорим, что он скажет. Ну как ты себя чувствуешь? Не понимаю, разве это возможно, что я не обратился как все остальные? Твою мать заразили во время... А, твою мать... Я по-другому читаю. Твою мать заразили во время беременности, она обратилась сразу после твоего рождения. Продолжай. Очевидно, благодаря этому ты получил иммунитет к вирусу. Не понимаю, как это возможно. Да-да, я всегда знал, что во мне есть скрытые способности. Не понимаю, как это возможно. На твоей матери ставили эксперименты в расположенной неподалеку научной базе. А, над твоей матерью ставили эксперименты. Когда я узнал об их опытах, то помог ей сбежать. И что было дальше? Этот безумец, доктор Смит, явно как из Матрицы, да, доктор, агент Смит, да? Этот безумец, доктор Смит, он оставил на них самые ставил на них самые разнообразные опыты. К сожалению, для твоей матери было уже слишком поздно. Продолжай. Прежде чем мир пошел ко дну, эта научная база представляла собой целый комплекс. Один из корпусов находится совсем близко. Никто из наших не ходил туда уже 18 лет. Там все кишит зомби.
Для простого смертного это было бы самоубийство, но с твоим иммунитетом, думаю, тебе получится. Сходи туда и выясни, что там сейчас происходит. Что-то там... Нужен уровень 30 умений разговор. Экипировка получше. Давайте-ка пока... Прости, у меня нет времени. Мне надо немножко прокачаться, чувак, подожди. Так, давайте к торговцу подойдем. Что-то можно продать. Рюкзак. Продаем все барахло. Так, у меня 1400. Гранатка. Мне нужна гранатка. 5 гранат. Давай купим гранат. А то у меня гранат вообще уже нет, да? Окей. Так, а скиллы у нас там прокачались? Да, вот у нас умения, очки способности. Вот, мы можем, кстати, прокачать сейчас с вами умение чтения, да? Читать, чтобы книжечки всякие читать. Так, где-то тут, помню, было умение. Очумелые ручки. О, чтение, да? Давайте активируем. Наконец-то вы научились читать. С этой способностью вы прочтете любую книгу или журнал. Давайте активируем. Окей. Так, умение. И умение мне разговор. Давайте разговор прокачаем. 29. Не хватает мне немножко до 30. Там 30 надо, да? Ну окей. Ладно. Так, Лейла что нам скажет? Лейла. Привет, мне нужна еще кое-какая помощь. Если согласишься, получишь кожаную куртку моего собственного производства. Продолжай. Сходите к уничтоженной фабрике и соберите там медикаменты. Понятно. Что-то там было, я не прочитал. Ну ладно, мне надо прокачать разговор. Попробуем сегодня за этот видос отправиться в тот бункер или что-то там такое. Так, опять у нас реклама. Закрываем. Так. Где наша карта? Вот наша карта. Поехали. Разрушенная фабрика. 2.62 у нас. Потрачено бензина. Продолжить. Так, зомби такой, защищайтесь. Давайте защищаться. Я, как обычно, косой. Собака! Мне, надеюсь, патрончиков хватит. 456, да? 432 у меня. В автомате патронов. Так, опять перезарядка. Тут уже какая-то другая локация у нас, интересно. Так, опять ачивочку мне дали за что-то. А, хедшот, ачивка за хедшоты. Так. Мочим всех по одному. Гранатки пока не будем использовать, как обычно. Гранаты вообще будем использовать для защиты, для обороны. Безвыходные ситуации, когда буду попадать, тогда мы будем гранаты с вами юзать. Так, сдохни, тварь. Есть. Какой-то город, да, у нас? Интересно, везде тут можно лазить? Надо посмотреть. Полазить, пошариться. Вот вроде бы там можно лазить, смотрите. Явно видно, что можно зайти. Зайти попробовать, да? Давайте зайдем, попробуем. Машины такие, да? Интересно. Ну, такое все сделано в таком стиле игры, да? Так. Давайте зайдем в дом. Посмотрим, что тут. У нас типа офисы какие-то, да? Так, а лестница есть тут? И лестница есть, отлично. Так, у нас манекены стоят. Манекены, манекены, ничего полезного. Видимо, потом, наверное, здесь мы будем какие-то квесты выполнять, скорее всего. О, смотрите. Видимо, это какая-то база, да, это, наверное, начальник ихний. Что-то тут втирает им, да, это подчиненные солдаты стоят. Так, здесь ничего нельзя осматривать. Плохо, что нельзя осматривать. Окей, идем дальше. Тут что у нас? Что полезно? О, смотрите, чувак повешенный, офигеть. А его снять нельзя? На меня похож чувачок. Не выдержал, наверное, всего этого ужаса и решил повеситься на вентиляторе. Так, ну ладно, давайте квест повыполняем. 20 метров. Медицинское оборудование мне надо найти, да? Медицинское оборудование находится на крыше. Уничтожьте печную трубу, чтобы попасть на крышу. Найдите динамит. О, это прикольно будет. Это будет феерично. Так, а там что у нас? Какая-то палатка. Тут ничего нельзя смотреть. Взять ничего нельзя. Так, динамит мне сказали надо найти. Help написано, да? Помогите. Так, зомби где-то. Наверху, что ли? Я слышу их. Вон. 7,62 патрончики. Так, меня жрут сзади. Так, наверное, время использовать гранатку.
Повезло, что меня не загасили. Так. Давай дальше. Сколько у вас тут засело? Наверное, это все работники. Или выжившие бывшие, я не знаю. Так, что-то у нас тут такое. Можно пошариться. А, динамит. Ящичек какой-то, я не знаю. Можно его взять, нет? Видимо, нельзя. Так, что тут еще интересного можем посмотреть? Какие-то контейнеры, не знаю для чего. Они, видимо, какое-то оборудование для изучения чего-то. Так. Опять зомби, куча зомби. Давайте их мочить. Так, опять патрончики. Ну, в принципе, зомби мочить полезно. Из них постоянно что-то вываливается, да? Можно что-то там продать потом, купить что-нибудь пополезнее, оружие, там, боеприпасы какие-нибудь, да? Кстати, знаете что? Я хочу попробовать... Так, это что такое? А, это убежать с миссии. Не, мне не надо бежать, мне надо в рюкзак залезть. Я хочу попробовать вот эту фигню использовать. А, все, типа я лечусь, да? Вон, видите, у меня лечение идет 0,6 в секунду. Но это, видимо, потом мне понадобится, когда у меня будет куча зомби. Блин, думаю, что это такое? Это зомби в мусоре. Мусорный зомби, офигеть. Спрятался, падла. Так. Куда дальше? Куда нам дальше? А, взорвать эту фигню, точно. Давайте взаимодействовать. Отойдите назад. Отходим. Я хоть правильно отхожу, не знаю. И что, как взорвать? Отойдите назад. А, вон у меня надпись, куда бежать. Да ё-моё, что ж такое, не могу ни в кого попасть. Что ж ты будешь делать? Они еще виляют взад вперед. Невозможно попасть. Да и тут еще куча зомби повылазила. Откуда вы вылезли? Из-под асфальта, что ли? Такой у нас эпичный взрыв произошел. Так. Идем наверх. Ну, кстати, реально, смотрите, машина какая-то военная, да? На зелок похож на наш советский. Так. Ну, может, не зелок, я не знаю. Так, взаимодействовать. А, это мне надо... Ух ты. Так, меня жрут тут. Патрончики кончились. Так, есть, да? Собираем медицинское оборудование. Так. Куча ящичков, да? Так, миссия обновлена. Лекарство доктора. Все, мы с вами выполнили этот квест. Вернуться в город можно, да? Ну, поехали обратно. Так, выбираем карту. Возвращаемся в город. Поехали. Так, есть. Давайте подойдем к Лейле. Она должна бонусы какие-то дать. Куртка. Готова, прочь, пареной репы. Так, приветствую, мне снова нужна твоя помощь. В награду дам тебе очень редкий шлем. Так, подожди, пока у меня нет времени. Давайте посмотрим, что там нам она дала. Какую-то куртку крутую. 4 броня, да? Так, а у нас... А, так у нас куртки как раз нету, да? И шляпы... Шляпы у нас нету. Шляп у нас 2. Можно, в принципе, потом эту шляпу поменять на шлем. Давайте дальше за Лейлу поиграем. Посмотрим, что там у нас она даст. Какую-то экипировку крутую. Давай, продолжай. Найди какую-нибудь теплую одежду на уничтоженной фабрике. А, ну да, вот она мне какой-то шлем даст, да? Точнее, шлем, маску какую-то хорошую. Давай, поехали. Выполним. Выполним задание Лейлы второе, да? Она интересные вещи, вещички дает. Броню там, всякие примочки прикольные. Так. Опять мы возвращаемся на фабрику. Ух ты, ночью мы с вами теперь играем, да? Ну, кстати, про ночь я тоже говорил в прошлом видео. Можно или нет, но, видимо, видите, можно. Обзор меньше стал. Только я косой, как обычно. Так. Что интересно, что в голову, когда попадаешь в зомби, у него... Башка не полностью разлетается на куски. То есть есть какой-то у него уровень урона или что-то в этом роде. Видите, вот я попадаю ему даже с близкого расстояния в голову, он все равно не умирает. Обалдеть, зомби круче стали. Уже чувствуется такая вот, знаете,
более толще зомби стали что-то, или как это объяснить, я не знаю. Окей, идем дальше. Чувствую, гранатки мне тут понадобятся сегодня. Так. Ага, мы здесь с вами шарились в прошлый раз. Так, возьмите что-то там. Бензопила! Да ладно! Уничтожьте ограждение. Слушайте, классно. Потрансаю всех. Ох, как весело. Что дальше? Куда дальше идти? Опять заграждения какие-то, да? Да, бензопила, это, конечно, дикая вещь, какой-то зомби. Так, куда дальше бежать? Сюда? Взять. Такая... Как мне бензопилу поменять? А, дальше бежать, да? Это, типа, не все, да? А, это мы возвращаемся к тому чувачку, который повесился, да? Так, меня ходит так нехило. Так, что у нас тут? Берем. Миссия завершена. Зима наступает. Да, весело, весело. Мне понравилось. Не знаю, как вам, но мне жутко понравилось с бензопилой тут гасить всех зомбей. Окей, идем дальше. Так, в принципе, мне можно возвращаться, да? Так, опять реклама у нас. Закрываем. И возвращаемся на нашу базу. Забираем крутую штуковину, крутой шлем. У Лейлы. Надо, кстати, нам подлечиться. Так, готово прочь паренные репы. Биозащитная шляпа. И что она там дает, эта биозащитная шляпа? Ну-ка, давай-ка. 4 броня. Давай надеть. Можно, кстати... Это что такое? Кусок золота. О, можно продать. Найденные предметы можно продать только торговцам. Давайте-ка продадим. Торговец. Так, и надо книжечки почитать, да? Мы же с вами скилл прокачали, а так и ничего не это, не прочитали. Так, давайте вот это продадим. Так, кепку тоже можно продать. Сковородка, ну пускай будет. Так, давайте попрочитаем мы с вами книжечки. У нас много книжечек. Так, книга для начинающих стрелков. Умение огнестрельное оружие плюс 2% использование. Так, есть. Ага, это так. Выполняется, да? Типа мы прочитали. Так, это что у нас тут еще? Давай использовать. Тоже огнестрельное оружие. Тут у нас что? Путешественник. Умение путешественник плюс 2. Использовать. Давай используем. Здесь что у нас тоже? Путешественник. Давай использовать. И медицина. Используем. Так, окей. И нам надо немножко подлечиться. Это что у нас? Длительность. Скорость движения 20%. Не, пока мы не будем это использовать. Давайте тушняка сожрем. Чтобы немножко отхилиться. Так, дальше. Вот, я не знаю, ребят, успеем мы сегодня с вами зайти на научную базу. Мне хотелось бы что-то, экипировка получше. Нам надо умение разговора улучшить. Этим мы с вами и займемся сейчас. А в следующем видосе мы, наверное, с вами уже отправимся на эту базу. Посмотрим, что там интересного. Так, Лейла. Кстати, а у меня там еще ничего не прокачалось, да, я так понимаю. А, 305 из 490 у меня, да? Какой-то подарок у меня тут. Я не знаю, что за подарок. Подарок. Понятно, понятно. И что, я ничего не получил, типа, все? А, это подарок я могу забрать. Получается, когда заходишь в игру. Точно, смотрите, я могу подарки какие-то забрать. Двухстволка, снайперка. Давайте двухстволку заберем. Мне двухстволка нравится. Так, патрончики. Отлично. Аптечки. Ага, ясно. На 7 уровне. То есть на каждом уровне дают еще какую-то награду. Вот это круто. Окей. У нас, кстати, появилось новое оружие. Так, давай, знаете, что сделаем? У нас дробаш появился, да? У него
25 урон. Ему нужны патроны для ружья, да? Давайте продадим, наверное, мы с вами нашу винточку. Возьму автомат, и будет у меня на второстепенное оружие, на вспомогательное, а не второстепенное. У нас будет дробаш. Хотя можно винточку не продавать, пускай она просто лежит в инвентаре, правильно? Так, 200 патронов. Надо еще патрончиков купить. Давайте купим на автомат. Так, сколько у нас там денег? 2000. Давайте на автомат купим 200, хватит нам пока, да? И на дробаш. Давайте на дробаш. А на дробаш патрончиков нету, да, я так понимаю? Печально. На дробаш у нас патрончиков нету. Или я что-то не вижу? Не, нету патронов. А, есть патроны. Туплю, ребят, туплю, извиняюсь. Давайте 300 купим. Все, окей. Ну, давайте заюзаем новый дробаш. Выполним что-нибудь задание. Он можно, кстати, задание аса выполнить. Там он дает какие-то интересные примочки, да? Так, я знаю, чем тут можно заняться. Охота на зомби. Защита местности. Кто-то меня толкает. Что-то такое? Ты что меня толкаешь? Так, давай это заюзаем. Спасибо, еще что-то есть? Давай. А, это мы миссии выполнили. Я, кстати, забываю постоянно забирать бонусы после миссии. Давай охота на зомби опять. Еще что-нибудь. А, все, я две миссии выполнил. И не забрал, кстати, деньги и все остальное. Охота на зомби, да, все выполнил. Я хочу все-таки заюзать дробовичок, посмотреть, что он вообще из себя представляет. Защита 14 у меня, да, уже? Кого тут можно выполнить миссии? Лейла, давайте за старшего. Старшего нас отправляет пока на базу. На базу пока не хочу. Давайте за Лейлу. Что там Лейла нам приготовит? Аманда пропала, пожалуйста, помоги. Продолжай. Я собирала грибы вместе с Амандой, как вдруг появились зомби, и мы разделились. Продолжай. Когда вернулась, Аманды там не было, прошу найти. Понятно, поехали. Так, куда нам там ехать? А, это надо ее искать и там охота на зомби. Награда. Это у меня несколько миссий получается. Ну, давайте тогда сначала Аманду найдем, да? Так, а где это? Вот она. Поедем сюда сначала съездим, выполним этот квест. Видимо, несколько квестов получается можно брать, я не знал. Окей, продолжить. Так. Что у нас там с дробовичком? Блин, дробовичок классный, такая двухстволочка, да? Я хочу ее заюзать на ком-нибудь. Ну, на зомбятине какой-нибудь или на чем-нибудь другом. Так. Давай. Зомби 0.16. Давайте с дробаша попробуем. Да, хотелось бы, чтобы, конечно, отдача была. Просто отдачи вообще не чувствую вот этого дробаша. А так, в принципе, как дробовичок, нормально. Все равно автомат круче. Дробовичок это, знаете, вместо пистолета. Давайте с дробовичка еще раз постреляем. А вот сейчас отдача есть. Почему они не сделали отдачу, когда целишься, я не знаю. Да, дробовичок вроде бы должен с одного выстрела выносить зомбятину, а он как-то, не знаю, не то как-то. Может, поближе надо подходить? Вот, да, поближе, когда подходишь, тогда можно с одного выстрела вынести башку. Так. Окей. Есть. Так, идем дальше. Ищем в колодце. Думаете, Аманда туда залезла? Атакующие зомби, давай. Где вы? Где вы? Подходите ко мне по одному. Так. А вот сюда можно гранатку кинуть. Есть. Так, идем дальше. Обыщите траву, говорят нам, да? Давайте траву обыщем. Наверное, она здесь где-нибудь спряталась. В траве. Тут скелет какой-то, да? А, нет, это скелеты. Вон она. Взять. А, я медвежонка нашел, да? Пропавшая Аманда, поиск зацепок. А, понятно. То есть мы саму Аманду не нашли. Мы нашли зацепку только ее, да? Окей.
Так, давайте охоту на зомби выполним, да? Повыполняем все квесты, да, и будем, наверное, на сегодня заканчивать. Так. Бежим, бежим, бежим. Машина. А, надо активировать. Да ё-моё. О, давай, давай. Так, сейчас зомби у нас будет нападать по трое. А, это третья волна. Три волны мне надо пережить. Так, перезарядка. 20 зомби мне надо уничтожить. Так, еще. Так, чувствую, наверное, наш дробовичок здесь понадобится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, перезарядка. Слушайте, уже как-то начинается такое, знаете, небольшое чувство, что я немножко теряюсь в игре. Так, мочим. Мне хочется, конечно, что-нибудь помощнее уже купить. Какой-нибудь более крутой автомат, калаша какой-нибудь, там, не знаю. Пулемет какой-нибудь. Тот, который мы видели в первом видосе. Окей, есть. Так, где еще зомби? Подходите. Так, перезарядим дробовичок. Двоих одной пулей. Так. Надо использовать эти точки. Я их почему-то не использую никогда. Так, мне охота. Блин, тут много всяких собакенов. На-ка тебе. Окей. Есть. Перезарядка. Ну, пока у нас с патрончиками все ништяк. Я не испытываю никаких сложностей. Так. Есть. Вторая волна, да? А, еще 16. Это только вторая волна идет. Давайте зачистим территорию от зомбей. Так, приближается третья волна, давай. Третью волну. Ну да, дробовичок классно. Вот, кстати, вот таких вот собакинов отстреливаться, да, когда у тебя автомат внезапно надо перезарядить. Можно использовать этот дробаш от зомбей. Так, есть. Давай, стреляй. Да, с лопатой я бы, наверное, со сковородкой долго бы косил тут. Так, есть, да? Опять собака какая-то, да? Не, не собака. Зомби, 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 зомби. Так, ну сколько у вас тут еще осталось? Патрон 9 миллиметров. Есть. Все, выполнили мы эту задачу. Зачистили от зомби город. Так, закрываем рекламу и дом Аса. Ага, это можно мне туда съездить. Ну, давайте съездим, посмотрим, что там. Караван. Случайная встреча. Давайте встретимся. Что за караван у нас? Продолжить. Ух ты, начальник каравана. Какие-то крутые чуваки. Говорит начальник каравана. Добро пожаловать, что вам нужно? Хочу чего-нибудь прикупить, что у тебя есть. Какие новости в районе? Какой район тебя интересует? Ну давай лес. Я был там довольно давно, но я бы проверил реку, продолжай. Слышал, что там можно найти плавающую по волнам бутылку. В ней может таиться карта сокровищ или что-то в этом духе. Ага, понятно. Спрингфилд. В Спрингфилде дела плохи. Бродяги пытаются устроить переворот. Продолжай. К тому же город постоянно подвергается атакам зомби. Назад. Ага, понятно. Это будет явно не твой день. Можно напасть, да, на них? Какие новости в районе? Я хотел бы что-нибудь прикупить. Спроси нашего торговца. Вот он. Ага, понятно. Давай. Торговец. А где торговец? А, вот торговец. Ага, у него там ничего такого... О, топорик есть, да? 3200. Гранатки. А что тут фляга дает? Бутылка воды. Источник
Всего очков здоровья 5. Ага, 5 очков здоровья добавляет, да? Автоматы, отмычки, броня 1600, да? 5.56. Патрончики, да? Это что такое? Библия, умение... Во, вот этот мне надо купить. Сколько она стоит? 2500, а мне не хватает. 2500. Ну ладно, в принципе, понятно. Не, прикольно, да, такие всякие караваны встречаются, бандосы всякие. Поехали дальше. У меня бензин, кстати, кончается уже. Не знаю, как его пополнять, так и не понял. Последнюю миссию выполняем. Так. Убейте все волны врагов. Опять. А, за пулемет садится, да? Вот это круто. Так, приближается волна. Ну, с пулемета будет интересней. Слушайте, круто, блин. Можно за пулемет садиться. Вот. Так, у нас перезарядка. Ух ты, меня тут фоткает неплохо. Так, есть. Так, а давайте подлечимся, а то мне кажется, я скоро загнусь тут с вами. Так, будем лечиться 1,2 в секунду, да? Патрон бесконечный, собакены. Сзади никто не нападает. Надо же смотреть в тыл, да? Мало ли какая-нибудь засранка. Зомби на меня нападет. Так. Взрываем все дело это. Давайте перезарядимся. Веселая игра. Веселая игра, точнее, хотел сказать. Так, надо еще подлечиться, да? Что у нас тут интересного? Давайте тушняка съедим. Окей. Целиться, к сожалению, нельзя из мушки. Критический урон. Так, перезарядка. У вас там 31, да? Ну, с каждым разом все и больше становится. Ну, в принципе, логично. Перезарядка. Да, меня гасят. Меня гасят. Все, есть. Защита местности. Задача разрешена. Или выполнена. Окей. Мы... Побыли в доме аса, да, можно теперь возвращаться обратно домой. Забираем все примочки, все выполненные задания мы забираем, все наши награды и все остальное. Так, давайте, где там ас наш? Так, защита местности забираем. И миссия выполнена, охота на зомби, отлично. Так, прости, у меня нет времени. И у нас, по-моему, Лейла, да, мы выполняли задание за нее. Тоже заберем деньги. Я нашел ее рюкзак около северной тропы. Прости, у меня нет сейчас времени. В общем, в следующем видосе мы с вами обязательно будем искать Аманду. Да. И... Наконец-таки отправимся, наверное, с вами в тот бункер, о котором говорил старшой, да? Ну, на самом деле, круто. Мне игра очень нравится. Не знаю, как вам. Ну, по традиции, там, оценивайте, подписывайтесь, кто нашел только что мое видео в интернете. Вот. Ну, до следующих видосов и до новых встреч на канале. Всем пока.